Здравствуйте, Александр. Это видео про ваш переходник М42 Nikon с одуванчиком Лушникова. Вот он, переходничок. Сейчас я его проверю в моей камере. Очень аккуратно вставляйте и вынимайте переходник с одуванчиком в камеру и из камеры, чтобы не сломать одуванчик. Я запрограммировал фокус на 58 мм и диафрагма от 2 до 16. Будьте крайне осторожны, в этом виде переходников нет стопорного винта, есть только стопорное отверстие, поэтому не перекручивайте. Когда установите уже окончательно переходник с одуванчиком на ваш объектив, советую просверлить отверстие и вкрутить какой-нибудь винтик стопорный. Сейчас я упакую ваш переходник и отправлю вам. Спасибо за внимание.